Дело в том, что... Секундочку. Дело в том, что впервые в Туле... Впервые в Туле современный, классический, актуальный бойз-бэнд. Почему мы не босиком, а не в белых рубашках тогда? Потому что это твоя прерогатива. Бойз-бэнд, который приехал в Тулу с самой романтичной, любовной, лирической песней, которая посвящается прекрасным дамам и, конечно же, парням, которые этих дам никак не могут найти. Просьба еще чуть-чуть меньше до нас, мне прям в глаз светит, спасибо. Мы сейчас попросим Тулу, чтобы они зажгли свои фонарики. Да, подсветите, великий тульский бойсбенд. Для пряничного бойсбенда. Да, я тебе, да. Да. Я Егор Крид, да. Почти все зажгли. У нас есть диджей Барбара, она поставит музыку для нашего великого бойсбенда. Давайте попробуем. Кто первый раз слышит, подпевайте. Кто не первый, тем более. Слова простые. Да, я по спорю, если у тебя в третьем месте.